Внимание, внимание. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города Эвкомской Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут сделаны автобусы в сопровождении работников милиции и представителей воинсполкома. Рекомендуется собой взять документы, крайне необходимые вещи, нормального функционирования. И жилые дома на период эвакуации будут являться работниками милиции.
Thank you.